Сергей Шалимов. Известный уникальный музыкант-виртуоз, мастер импровизации. Лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Неоднократно выступал в Кремле, в популярных телевизионных шоу-программах «Привет, земляки», «Играй гармонь, любимая», «На лавочке», «Поле чудес». Выступал с известными и популярными артистами и коллективами Иосифом Кобзоном, Надеждой Бабкиной, хором имени Пятницкого, оркестром народных инструментов имени Осипова, Вячеславом Полуниным и театром Лицедеи, Валерием Семиным, группой Любе и многими-многими другими коллективами и исполнителями. Побывал с гастролями на всех континентах. Сейчас Сергей Шалимов руководит народным коллективом инструментального ансамбля «Серебряный перезвон».